Суровые горны жили в Горн-Сити, городе, высеченном в горе смерти. Они были выкованы в вулканической лаве, их тела были тверды, как камень. Дарук, храбрый горн, чья сила защиты могла отразить самый сильный из ударов, считался лучшим кандидатом для управления божественным чудищем во Рудания. Принцесса и ее свита отважились отправиться в Горн-Сити в надежде заручиться поддержкой Дарука. Что вам нужно знать обо мне, так это то, что я никогда не отказываю искренней просьбе, так что я в деле. Дарук, стойкий горн. Вот только есть одна проблема. Просто Варудания прямо сейчас находится довольно в труднодоступном месте. Божественное чудище было найдено довольно высоко на горе смерти. В последнее время вокруг ползает много монстров. Так что даже приблизиться к Рудании — это большое мучение. Только храбрейшие поднимутся туда сейчас. Именно поэтому хорошо, что это будем мы! Конечно. Да ладно тебе! Гора смерти сама по себе тебе не поддастся. Ну что, приветище! Погнали покорять гору смерти. Это войны Хайрула, другая история Зельды, и мы продолжаем. Сегодня в нашем распоряжении вот этот вот замечательный колобок под именем Дарук. Колобок, потому что он умеет делать вот так, как шар от боулинга, раскидывать всех монстрюганов. Кстати, очень полезная штука, она нам еще пригодится. А еще у него убойный меч-молот. Он настолько мощный, что когда бьет по земле, она трещит по швам. Смотри, как это выглядит. Бах! Бабах, тарададах! И все, всех размозжил. А еще Дарук умеет делать вот так. Получай! Просто обожаю эти моменты, когда он прыгает колобком. У нас тут первый босял. Сейчас покажем вам мастер-класс. Горный мастер-класс. А ну, сынок, отойди. Батька сейчас разберется. В этой деревне настолько бесстрашные дети, что они сражаются наравне со взрослыми. Так, поможем им немножечко. Лови! А теперь комбо! Короче, Дарук умеет подрывать лавовые глыбы. Также у нас есть супер-прием Соника. Мы закручиваемся и на скоростях отправляемся собирать монстров. Если бы перед нами был не босс, а простые мобы, они разлетались бы как щепки. Ладно, пора уже заканчивать с этим моблином. Вкопали в землю его своей сапаткой. Ну что, братва, бежим дальше, врубаем колобка. И просто раскидываем всех... А, нам вон туда, кстати, надо. Перекатываемся через мостик. О, нам сейчас тут нужно будет отбирать оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Что произошло, я не понял. Кажется, я схватил его молот и еще вдобавок контейнер. Ну и досталось этому моблину. Совсем чуть-чуть, и он будет в ауте. Ловим магнезисом молот. И отправляем ему в обраточку. Готов. Осталось только добить. Финальное добивание. Профукал его. Ну вот. Ну ладно, хоть сундучок дали. Подожди, подожди, сундук надо открыть. Меч выпал, и какая-то еще фигня была. Мотать, колотить ящера по землю. Ну ты только глянь, как я хожу брутально. Как я в колобка сворачиваюсь. Падаю на всех, как ядро. У меня такое ощущение, что свиньи, когда видят Дарука, они просто щемятся по углам. Кричат, куда бежать? Божечки, я не хочу, чтобы он меня задавил. Смотри, свинодом. Несанкционочка. Точнее, несанкционное строительство. Надо бомбануть его. Ой, без паники, сейчас все уберем. Вот и все. Был мусор и нет мусора. Ребята, ну чё ж вы на проходе дом-то строите? Как люди-то будут ходить? Ой, сейчас вы отхва... Ай, блин, не туда прыгнул. Бешеное ядро упало мимо. Василий, Василий, иди сюда. Иди сюда, поговорим в стороночке.
как это, старший. Стазис, Машу швать. Хлыбыщ. Нифига себе, стазис. Ну давай, бычар, на мою ледяную глыбу. Налетай. И по шапке получай. Опять промахнулся, да что ж такое. О, погодь. Добивай-ка. Добиваечка. О, знатненько хлопнул. Нас вообще ничего не остановит. Let's go. Это, пошли, покатились дальше. Да, мы ж не идем, мы катимся. Че? О, метеоритный дождь. Вордания тут бомбит нас. Но у нас есть щит, который ничто не пробьет. Чума. Под таким щитом даже под дождем не промокнешь, наверное. Еще не к тема, сейчас будем раскидывать монстрюганов. Вот так вот. Боулинг я, конечно, обожаю играть. Сейчас еще гранаточку кинуть, что ли? Ловите! Бу-бу! Ба-да-бам! Конечно, что-то глыбы не там вылезли, где бы я хотел. Ну да ладно, ребят, подойдите сюда, я вас подорву. Фейерверк! Ну сколько можно говорить? Я не даю автографов. Пошел вон. Немножечко за Линка поиграем, потому что он рядышком с точкой нужной нам. Так, куда нам бежать-то? А, вот, тут недалеко. Ребят, отбивайтесь, у меня важная миссия. Я побежал вот сюда. Опа. Здорово, как их там, осьминожки. Блин, надо щитом прикрываться, а то по башке прилетит. Как насчет гранат? Что, не берет? О, получилось. Последняя граната настигла их. Бежим, бежим, бежим. А, снова. Как насчет лука? А, черт, по шапке прилетел. Так, ладно, тогда вблизь попробуем. С мяча. Че, вышло, что ли? О, нормально, с мяча можно в упор подходить. Лупи. Три снаряда, как улик прилетел в мою каску. Ну вот и разменялись. Они мне глиняные камушки, а я им граната. О, смотри, големы. Лавовые големы, маленькие, детишечки. Горяченькие пирожочки. Об них обжечь сейчас же можно. Можно было, но я их раскидал. Так. Точечка уже близко, тут еще пару големов. Что-то где-то батька должен быть, по-любому. Раз тут детишечки, значит и батька рядом. А, вон он лежит, смотри. Батя. Че, как рыбалка? И он такой отвечает. Нормально, все, пучком. Ой, давненько я с ними не дрался. Помню, вроде бы как... Это что такое? О, спокуха, руки свои не метай в меня. Смотри, как могу. Использовал суперкомбо. Он упал. И вот эту фигню надо ему на башке ломать. Ай-яй-яй, горячо, смотри, я горю весь. Ну да пофиг, ладно. Надо было Дарука сюда пригнать. Ему пофиг на огонь. Эх, не успели, он встает. Почти снесли ему этот камень на башке. Ну ничего, я сейчас попробую остудить его пыл. Волшебная палочка льда сделала свое дело, давай. Добивай. Давай, добивай. Красава. Вот это я понимаю. Линк во всей красе. Давай еще снарядика. А, все, у него восстановилось все. Но он снова упал. Залазь, залазь давай. Да что ж такое-то? Без прыжка, как без рук. Ну вот он снова воспламенился. О, вот это у меня прилетело, плюшка. Завязывай уже в земле ковыряться. Выкусил, накусил. Лавовый каменный. Что там, сундуки будут, нет? Вот ты, блин, я думал, там штук 10 сундуков выпадет, а тут всего один. И какое-то дряхлое копье упало. Ладно, возвращаемся. Я думаю, что за Дарука можно продолжить играть. Ох, сколько у меня тут детишек, детский сад прям. До горячих источников дошли. Блин, круто, в них можно посидеть, попердеть и здоровье восстановить. Четко.
Погнали, покупаемся. Пяточки подмочим. У меня как раз здоровье неполное. А так вот, посидим. Все, ХП фул. И, кстати, смотри. Тут, короче, есть рельсы от вагонеток. Помнишь, когда мы играли в оригинальную Зельду, мы думали, что горные вот эти чуваки, они в колобок, короче, скручиваются и по этим рельсам могут кататься. Без всяких вагонеток. А вагонетки это для простых смертных. Так вот, мы сейчас и посмотрим, сможет ли Дарук покататься по этим рельсам. Только прыгать-то мы не умеем. А, ну вот, смотри, сейчас попробуем. Нифига мы не можем на эти рельсы заскочить. Эх, а стазисом взять вагонетку? Не, обломись, тут вообще вагонетка не работает. Ну, понятно, короче, обломентос. Ладно, погнали как сухопутный по земле тогда. О, смотри, огненные мыши летающие. Сейчас попробуем их придавить. Да, ядро работает на них. Ракета, пушка, петарда. Здорово, ребят. У меня нет времени на вас. Я слишком спешу в горы. Оп, приехали. Ребята мост охраняют. Чё, придется разбираться с вами двумя, да, походу? Они какие-то, кстати, огненные, смотри. Как насчет молнии вас шибануть? А теперь отхватить моего каменного меча. О, мамочки меня подожгли, а мне пофиг. Обожаю огонь. Я завтракаю, ужинаю и обедаю огнем. Поэтому пофиг. И вообще я принимаю лавовые ванны. Так, один готов. И второй тоже сейчас улетит вместе с первым. Не, смотри-ка, не улетел. Поход бессмертный. Ладно, сейчас покажем вам, где свинки зимуют. Давай к другану своему лети. Готовченко. Ну что, нам теперь мост надо как-то опустить. Я совсем забыл, что я за Дарука играю. Ну чё, почапали? Путь проложен. Увидев его снова, я понимаю, что он стал еще больше, чем был. Давай-ка перейдем прямо к делу. Я не могу больше ждать. Добраться сюда, это все хорошо, но я понятия не имею, как управлять этой штукой. Как говорится, лучший способ учиться – это делать. Посмотрим, на что эта штука способна. Время разгуляться, Варудане. О, если я смогу понять, как ты работаешь. Ну, пока стреляем, идем, это уже хорошо. Фига себе, смотри, какая армия стоит. О, ты это умеешь? Давай шандарахнем по ним. Какая армия была. Метеоритный дождь. Щавель-картавель. Я обожаю это чудище. И, кстати, вроде как я научился им управлять. Так что осталось дело за малым. Просто растоптать всех этих мелкашей. Ребята, вам хана. Еще раз залп. Четко. 1000 убийств. Смотри, я пятю не могу выставлять. Для чего-то. Не знаю для чего пока. Сейчас разберемся. Самый прикол, вот я иду по горе Варудани, вот этой машиной мощной. А эти ящеры, короче, в меня там с лука стреляют, вон бочки какие-то метают. Кстати, с бочек мне прилично прилетает. Может быть, пятюню я против бочек могу выставлять? Надо будет момент поймать и выставить руку. А ты пропустил бочечку. Блин, ну это такой кайфец за чудище играть. Ребята, а что это вы тут все на моем вулкане собрались? Я сейчас как топну.
Ох, ядрен макарон! Просто безжалостный разнос монстриков. Дарук сидит в этом чудище, управляет и ржет. А у нас тем временем счетчик убийств все мотает и мотает. Знаешь, сколько мы уже ушатали монстров? Посмотри слева внизу. 1900. Сейчас будет 2000. Сейчас еще чуть-чуть. Два косаря убийств. Вот это мы даем, да? Давай топнем. Бабах. Так, надо пятюню выставить, попробовать. Во, смотри. Прикинь, пятюня-то работает, она ловит вот эти лавовые шарики. Типа фаерболы местные. Вот, значит, для чего нужна пятюня нам. Да, реально, кстати, горы от наших ракет разлетаются в щепки. Разрушаемость какая-никакая, но есть. Это прикольно. Ой-ой-ой, вот это мы приехали. Куча лавовых големов. Но я для них приберег десерт. Смотри, что я сейчас сделаю. Выстрел в орудании! Именно таким выстрелом мы поразили Ганнена. Ого-го! Мне кажется, после такого вообще невозможно выжить. Мне кажется, что я все там испепелил. И у нас счетчик показывает 3934 убийства. Чуть-чуть не хватает до 4К. Смотри-ка, выжил один голем. Блин, пятюня не отловила фаербол. Ладно, там еще один выжил. 3 голема! Офигеть, как так-то? Они выжили против моего мощного выстрела. Давай-ка их накроем метеоритным дождем. Кстати, скорее всего, мой выстрел просто не задел из-за гор. Короче, когда восклицательный знак загорается у них, это значит, что они готовятся запустить у меня фаербол. Целых 2 летит. Ай-яй-яй. Пока кидал 1, 2 пропустил. Все, я всех размотал. Я красавчик. А, нет, еще не красавчик. Сейчас растопчу их нафиг. Вот и все. Вот я и решил вопрос. И мы в центре вулкана. Ну чё, мы вроде как справились. Я начинаю это понимать. А ты реально крут, маленький сопляк. Теперь я могу управлять руданей. Двигаемся дальше, могучий Дарук с вами. Спасибо, Дарук. Конечно, мы разнесем это бедствие Ганнена в дребезги. О, подождите минутку. Вы, должно быть, умираете с голоду после всех этих сражений. А я знаю средства от этого. Моя любимая первоклассная жареная глыба. Разве это не выглядит вкусно, а? Почему бы тебе не попробовать его, малыш? Боже, прости. Как это эгоистично с моей стороны. Я должен был принести немного для тебя, крошечная принцесса. Я обещаю, в следующий раз принесу для всех. Спасибо большое, Дарук.